Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Прошел 21-й тур чемпионата России. Интересные результаты, интересные матчи и есть о чем поговорить. Впереди нас ждет дерби всея Руси «Спартак-ЦСКА». Встречаются лидеры «Локомотив-Зенит». Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Иваном Маркеловым, Евгений Воронин и Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья. Так разволновался в преддверии дерби, наверное, да? Конечно. В преддверии дерби волнуются не только спортсмены, не только болельщики, но и профессионалы, которые собрались сегодня и как по левую, так и по правую сторону от меня. Ну что ж, действительно состоялся 21-й тур. Сказать, что он не принес каких-то сюрпризов, по крайней мере, до начала этого тура, сложно было представить какие-то сюрпризы, но они произошли. Для начала давайте посмотрим результаты матча, и вы сразу поймете, откуда и где эти сюрпризы. Итак, Краснодар-Анжи 5-0, все как положено. ЦСКА-Уфа... Тут, мне кажется, даже комментировать, в общем-то, нечего. 2-2. «Зенит» добился победы над «Оренбургом» 3-1. «Ростов» добился победы 2-1. «Спартак» добился победы 3-1. «Локомотив» добился победы 1-0. Ну и «Енисей» «Рубин» 1-1. И «Крылья Советов» для меня, по крайней мере, достаточно неожиданно 0-1. Хотя «Арсенал» в последнее время очень даже неплохо выступает и вошел даже в семерку лучших команд. Итак, не назову это сенсацией, но то, что произошло, можно смело называть катастрофой для болельщиков ЦСКА. Евгений, это так или нет? Как же сыграли команды ЦСКА, Уфа? Смотрим на экраны, и что мы видим? 2-2. Евгений, ну, если... 2. Да. Болельщикам ЦСКА за то, что не гнали команду до последних минут. И 2 футболистам ЦСКА. Вот мы сейчас у них и спросим. Рассказывайте. Мы гнали команду вперед, и команда действительно на протяжении 87 минут держала все под своим контролем, забив 2 мяча. И немного успокоившись, поскольку нет такого опыта, как у старой команды, старых защитников, допустила 2 грубейшие ошибки в защите. И результат на табло 2-2. Хорошо. Это, нет, ну, это, да. Скажем так, не только защита, это и тренерская, мне кажется, что... Ну, нет, тренерская точно, потому что надо было... А первый мяч, как ты считаешь, чья ошибка? Кто... Ну, первый мяч пропустил ЦСКА, это... Ну, ошибка чья была? Больше защитников, либо вратаря? Нет, мне кажется... Нет, ты хочешь свалить на Акинфеева? Не, не все, я говорю. Не-не-не, хорошо, мы услышали. Хорошо, Илья, твое мнение. По голу? Ну, когда первый же отскок армейцы чудом отбились, там уже была такая атака достаточно длительная, особенно для Уфы. И армейцы просто встали в первом голу. Они просто стояли и смотрели, как Уфа сейчас будет нападать. Пили кофе. Хорошо, давайте вот еще о чем поговорим. Я, начиная с субботы, по крайней мере, когда матч закончился, готовил речь. Как же мне сказать про игру ЦСКА-Уфа? Да, скажи-ка, пожалуйста. Кто же виновен в потере 2 очков? В потере концентрации, как любят говорить футболисты, тренеры и так далее. Благо у главного тренера ЦСКА Гончаренко хватило, не знаю, мудрости или еще чего-то. Ума, в конце концов, не говорить о потере концентрации. Иван, хочу у тебя спросить, а ты в чем видишь причину такого результата? Со всеми бывает. Ну, тут ничего критичного. Ребята навалились. Так. Последний штурм устроили. У них тренер такой, который не раз вырывал победы на последних минутах. Вот и все. Ну, можно сказать, на самом деле, с одним из голов им действительно повезло. Повезло, да. Можно если бы... Ну, вот, с обоими им повезло. Ну, не с обоими. Вот, наверное, больше с первым, чем со вторым. Что если бы вот этой несогласованности не произошло, то и... Ну, Бекау, да, там явно Бекау проигрывал. Если ты хочешь сказать, Сереж, что Акинфеев должен был выйти и сыграть мяч... Есть его, да? Нет, на самом деле, первым на мяче должен был оказаться защитник. Ну, там 2. Он, да, он этого не сделал. Поэтому он сбил с толку Акинфеева, который, естественно, не ожидал такого.
Он получается, он, получается, не сыграл ни в защитника, да, не помешал ему, не вынес мяч. Не вынес. И... Он мог выйти и выбить там кулаком или еще как-то. Он этого не сделал, поскольку мяч летел через Бекау. По большому счету, ведь с армейцами случился такой так называемый известный у боксеров эффект Гроги. То есть, когда случайно удар боксер пропускает, армейцы пропустили случайный гол, не выходящий из логики матча, а дальше поплыли и пропускали уже необязательный удар. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем. У нас есть звонок. Может быть, у него есть свое объяснение такой ситуации. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. У меня есть свое мнение. Я считаю, что Гончаренко проиграл матч в первую очередь. Команда была на ходу, команда играла, но и доводила победы. Нет, он стал думать о «Спартаке». Он стал сначала одного нападающего, потом второго нападающего. Согласен. В результате некому стал атаковать-то. Не был. Так точно. Лучшая оборона – это нападение. Да. Это так точно. Это знают все. Но, видимо, Гончаренко об этом забыл. И потом, мне не очень нравится, как в последнее время стоит в воротах Акинфеев. Вот! Наконец-то. Наконец-то я это услышал. Правильно, потому что если... Двое, трое, извините, дерутся. Зачем лезть в эту драку-то? Ты защищай свои ворота. А он стал неправильно, во-первых, занимать место в воротах. Причем это неоднократно. Это не только в этом матче. И в других было такие, были его такие ошибки. К сожалению, так. Видимо, он так уверовал, что он все в футболе знает, что он может... Здесь вот я не соглашусь. Взять. Увы, ошибочно, я так думаю. Нет, нет, я здесь вот не соглашусь. Вот поэтому я считаю, что два виновных. Ну, а команда и тех игроков, которых он выпускал, они, прости меня, не оправдали его надежд. Я имею в виду Гончаренко. Вот он и результат. Они боролись до конца. Армейцы уже не атаковали. Они действительно ходили по полю пешком. И уже готовились к «Спартаку». Свечка в кармане. Олег, вот мое мнение, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Да, я по поводу вратаря. Не, я по поводу вратаря как раз хотел, может быть, напомнить всем в студии, да, и телезрителям о том, что ЦСКА по пропущенным мячам, скажем так, идет... Это заслуга защиты Акинфеева? А не отчасти защитников, которые построили игру правильно. Хорошо. Акинфеев уже привык, что команда играет, скажем так, более-менее в защите замечательно. Но бывают такие матчи, которые, вот как этот показал, что нужно иметь большую концентрацию. Вот если бы братья Березуцкие, грубо говоря, играли в защите, я думаю, второго гола бы не случилось бы. Они бы довели бы все это. Но здесь нет такого опыта. Напомни-ка мне, когда ЦСКА пропускал на 87-й и на 93-й. Я такого не вспомнил. И я не помню такого. Совершенно верно. Все команды так пропускали. ЦСКА не пропускал. Поэтому все бывает в жизни, и пускай это будет им уроком. Хорошо. Действительно, я согласен с Юрой Сергеевичем. Что? Игорь Акинфеева. Я первый раз в жизни слышал, 4 раза Игорь оббивал бутсы об штангу, что слышал весь стадион, заполненный до отказа. Ему просто было скучно. Вообще тяжело стоять в воротах, когда нет моментов, нет ударов. 3 удара. Хорошо, Иван, ты хотел что-то сказать? Нет, я тоже скажу за счет Акинфеева то, что, конечно же, всем кажется, что вратарь руководит обороной. Он ей не руководит, он ей подсказывает. А с учетом того, что еще все-таки что в «Спартаке», что в ЦСКА еще не пришла полностью вот, ну, как бы до полного взаимопонимания, обороны она не дошла. Постоянно кто-то меняется, что-то меняется, как-то тактика наигрывается, и поэтому приходится, ну, Акинфееву вот, ну, не удается... Строить, вот, опять же, защиту заново. Да, заново. Мне кажется, оборону потому что построили. Играл, смотри. Нет, она... В этом году, посмотрите, сколько кто-то может вспомнить какие-то яркие сейвы от Акинфеева в этом сезоне? Да вообще, я после чемпионата мира не вспомню ни одного сейва Акинфеева. Просто нет. Вот это говорит о защите. Сезоны... О том, защита. Правильно, о защите говорит. Но я о футболисте Акинфееве. Нет, я с тобой не соглашусь. Ты не можешь вспомнить это, знаешь почему? Почему? Потому что ты привык, что Акинфеев играет надежно, и даже если он вытащит из девятки, ты скажешь, потому что это Акинфеев. Вот так и должно быть. Это такая же проблема есть и с Де Хеа, которую все привыкли говорить якобы вот он плохо играет. У него очень отлично, он отражает все удары. Просто всем, ну, запоминается всегда, именно когда играет вратарь, самые яркие моменты. А Акинфеев стоит надежно, и поэтому к нему, ну, по сути, нет что претензий. Показал Акинфеев в этом сезоне? Сыграно уже было 4 тура. Что показал Акинфеев в своей надежности?
Ты хочешь сказать, вот с Нового года? Ну, с Нового года пускай будет. Я, честно, не знаток статистики, я не помню, сколько он пропустил. Залетает все, что летит в ворота. А теперь моя любимая статистика. Давай, бей. В матче с Арсеналом Тульским было 4 удара по воротам, из них 2 в створ, ЦСКА проиграл 2-0. В матче с Уфой 3 удара по воротам, из них 2 в створ, получили два мяча. Согласись, эти были необязательные мячи. Это не из разряда таких прям вот сногсшибательной атаки. Это когда бахнули, что называется, в девятину. Ну как Акинфеев может сыграть нормально, когда 9 взрослых мужиков пошли закрывать 3-3 нападающих соперника на ближнюю штангу? Ну как можно, скажи? А там стоит трое, и один игрок ЦСКА стоит. Нет, и который выбегал из штрафной, он стоял на краю штрафной, он побежал, увидел это. Почему так поставили? Ты говоришь, что там, допустим, тот тренер Акинфеев. А кто должен подсказать? Согласен, здесь должен подсказать. Жень, опять же, когда разыгрывают, вратарь говорит, разберите игроков, он не может указать, он самое главное, закрывает ближний угол и смотрит на мяч. Но он не может смотреть на дальний, допустим, да, кто там, кто-то открылся, он смотрит Почему? На мяч. Почему? Вот посмотрите еще раз, если будет возможность, посмотрите еще раз, как происходит подача углового. Последняя минута. Акинфеев хоть слово сказал, хоть слово. Так, внимание, сюда, ты смотри, вот это, вот это. Ну, ты это не услышал. Входит. Бу-бу-бу-бу-бу. Мой друг, он привык десятилетиями играть с защитниками, которые уже сыграны. У него надежды. Ты правильно сказал. Надежность у них есть. Почему, Олег? Он привык до того, что потому что братья... Да механизмы отработаны и все. Им не надо было ничего говорить, они знали куда. Да. И он подсознательно уже понимает, что ну а что говорить, они же знают куда. Да, куда что. А эти новые игроки, они не знают, что делать. А Акинфеев не знает, что у него поменялся состав, что больше нет в обороне Березутских. Олег, ему не рассказали об этом. А вдруг не знает? А-а-а. Он думает, что Березутский. Не, ну опять же, мы сейчас начинаем сводить... Просто хорошо загорел. Не, ну мы начинаем сводить все опять на игру Акинфеева. Просто я говорю, что... Мячи были необязательны. Мячи были, грубо говоря, ну, один с игры, один, скажем так, не с игры, а со стандартов. Это надо было учитывать, что в конце Почему этого... не подсказал? Мы не можем это сказать. Хорошо. Мы не можем, я говорю, что действительно, вот, соглашусь с Ильей, действительно было, когда вот боксер получает удар, он... И вот когда вот первый пропустили, мне прям казалось, что сейчас и второй добудет. Еще один момент. Если ты смотрел нарезку матча, ну... То ты видел Евсеева? Не забить было очень сложно. Мне кажется, он готов был порвать своих игроков, особенно после того, как они забили первого. Он их так гнал. Поэтому я бы, честно, побоялся не забить в этот момент. Ну, не знаю. Ну и действительно, согласился с Ильей, с Юрой Сергеевичем, да, о том, что... Гончаренко своими заменами сам развалил армейцев, сказал, все, ребята, дело сделано. Илья. Успокоился. Согласен. Смотри, они первый раз, да, помнишь, и Юрий Сергеевич, кажется, звонил, были матчи у ЦСКА, что Гончаренко действительно развалил игру. Заменами. О, я даже вспомнил матч с Динамо, помнишь? Когда он выпустил, придержал игроков, значит, этого, да, Головина и Чалова, да? Динамо вело уже 2-0, и тогда уже во втором тайме он думает, а что делать, надо выпускать. Понимаешь, то есть он придержал игрока, какой-то матч был, да, вы, кажется, играли где-то. И он решил основу оставить, и тут проигрыш, он начинает как-то метаться, уже выпускать, а уже поздно, понимаешь. То есть это тоже чисто тренерские ошибки. Но я думаю, ну, надо как-то учиться. Но опять же, это тренерская ошибка, но с учетом молодости команды, если бы такие были замены сделаны с игрой с более сыгранной командой, я думаю, такого бы не произошло. Ну, Жень, молодость команды! Внимание! Поехали смотреть! Стоп! Подожди! Фернандес, Овсенников, Акинфеев, Ахметов, все игроки сборной, Биёл, все игроки сборной. И что? Это не молодые игроки же. Это все игроки сборной. И что? Сборная это одно. Сборная играет по одному. И по логике Евгения, они вышли первый раз и увидели друг друга на поле только вот в матче с этим. Давайте подводить итог. Я высказываю чисто свое мнение. Вы можете соглашаться или нет. Акинфеев сам или кто-то ему повесил или навесил корону. И теперь эта корона, к сожалению, Акинфеева. Как сказал сегодня один спартаковский болельщик, у Акинфеева больше нет огня в глазах. Он не заряжается игрой, ему неинтересно. Посмотрите, вот последний матч, просто когда общий крупный план показывают Акинфеева. Все, у него нет больше интереса к игре. Он на неделю позже вышел из отпуска. В сборную не поехал, нет игрового темпа, ритма и так далее. На мой взгляд, Акинфеева, если сейчас посадить на лавку, он либо будет
прежним Акинфеем, либо... Не будет прежним. Либо все. Ты что, это, Олег, я с тобой категорически не согласен. Во-первых, Акинфеев в этом году ни разу не пропустил за другую команду. За сборную России. Да. Потому что не играл. А, ну, резонно, тут не поспоришь. Мы тоже не пропустили, потому что мы тоже не играли. А зачем, понимаешь, человек тебе сделал праздник на чемпионате мира, благодаря его ноге, которая там уже памятник его говорит, сейчас ты начинаешь говорить, что он уже не тот. Молодец. Он выполнил всего свою после... работу. Что после ноги в этом было? Чемпионате? Меньше всего команд. Я с чего начал? Кто меньше всего команд из команд пропустил? Это только ЦСКА. Заслуга. ЦСКА. Да не важно, чья это заслуга. Оборотно. Что, Женя, Динамо на третьем месте по пропущенным идет. Да? На каком месте Динамо? На 12-м. Согласен. Вот, пожалуйста. Это что, показатель тоже? Да, хорошая оборона, хороший вратарь. Ну, мы 12 Шунин, месяц, Шунин, да. Вот, мы забить сборной. Не можем, понимаешь? Вот, но мы-то забить-то можем, но мы удержать можем, не можем. Но я говорю, что это просто говорю чистая случайность, которую да. Я 10 минут сидел вот так после матча и не мог понять. Не, ну это шок. Почему? Я честно скажу, я на 70-й минуте, честно скажу, я на 70-й посмотрел. Скучная игра, 2-0, думаю, ну что там, смотрите, все ведут, все да, понятно, уже катают, да. Я Формула-1, да, переключаю на Формулу-1, плюс там еще Тоттенхэм с Ливерпулем, думаю, ну что смотреть-то уже. И вдруг я в нашем чате смотрю, один товарищ даже выиграл деньги, то есть поставил ничью, я говорю, как ничья, я быстрее в интернет, действительно ничья, и смотрю на ряд. Вот кто виноват в нехорошей игре, в ничьей в этой. Это Сережа, который выключил футбол и не досмотрел. Я тебе больше скажу. Я выключил футбол при 2-0, когда ЦСКА играл с Барселоной на выезде в 92-м году. Я тоже выключил. Что я смотрю? Сейчас будет 8-0. А оказывается 3-2 ЦСКА. Ты тоже здесь выключил или до конца смотрел? Вот вопрос есть. К своему сожалению, смотрел до конца. Все, забываем ЦСКА. Все, что мы сказали, на мой взгляд, есть этому определенная, не знаю, почва, подоснова, что не горят глаза у лучшего, по-прежнему, чего уж тут говорить, лучшего вратаря России. К сожалению. Переходим к следующему матчу. Ахмат-Спартак. Много было рассуждений по поводу того, сможет ли Спартак справиться на выезде в Грозном. Для любой команды это всегда такой стресс, всегда это встряска нервной системы и так далее. Но Спартак справился. Иван, было трудно, было непросто, но тем не менее. Спартак обыграл 3-1. Да, было удаление, но абсолютно заслуженное и так далее. Спартак ни одной игры не проиграл. Ну, в этом весеннем отрезке. Ну, отлично. В чем ты видишь? Это Кононов? Да нет, это не Кононов. Это, честно, по моему мнению, везение. Потому что, опять же, здесь ситуация точно такая же с обороной. Оборона каждый матч менялась. Привезли себе один гол, могли привезти себе второй. Опять же, точно такая же неуверенная игра в Селихова. Угу. Ну, хотя понятно, парень вышел после травмы, он первую часть чемпионата пропустил. Но опять же, посмотрите, сколько он вытащил мячей. Да, может быть, они не были самыми сложными, но именно в концовке, когда был навал, все мячи он забрал, когда выходил слева у Ахмата играет, раньше играл в Анже, я забыл. Агаларов. Нет, не Агаларов. Венгр, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, Пушкаш? Не столь важно, честно, забыл. Бросился в ноги, прям забрал мяч. Вот мне этот момент очень порадовал. Ну, игра, в принципе, сама по себе хорошая была. А такой, смотри, вопрос, да? Ну, не выдающийся, да. Вот Иван коснулся темы вратарей. Ты помнишь, мы даже сегодня, по-моему, обсуждали. Почему вот вратари? Ну, команды, которые идут в низших эшелонах, тоже можно Довбню вспомнить, да? Помните, сколько раз там он выручал команду? Говорили, Белинов тоже. Довбню, Белинов тот же и так далее, и так далее. Им за игру достается там по 15-20 ударов. Да, да. Они постоянно в движении, они постоянно в тонусе. Выручают, да? И поэтому говорят, что да, они пропускают, ну, потому что оборона да, не самая сильная. Но их спасение для своей команды, да, они достаточно видны и воодушевляют команду, да? Конечно, я соглашусь с тобой. Вот. А по Ахмат-Спартак, Жень. Ну, Спартак должен был побеждать. Что тут? Должен был побеждать.
А я считаю, например, что Спартак нет. Нет, Спартак не отскочил, но в этом матче конкретно. Худшая игра Спартака. Не исключено, не исключено, не исключено, что это худшая была. Но... Давайте скажем так, вопреки всему, Спартак победил все равно. Да, да. Даже матч не складывался, конечно. Может быть, даже в пользу как-то где-то в каких-то моментах Спартака. Но Спартак действительно вот... Чемпионство выигрывается вообще-то в матчах с аутсайдерами. Да, он свой момент реализовал. А в матче с аутсайдерами выигрывается чемпионство. Да, опять к этому мы приходим, да. В отличие от некоторых команд, они действительно вот какие-то свои моменты они реализуют. Все. На этом заказе. И пускай там пропускает Селихов не в форме, он пропустил гол, ладно, ничего страшного. Потому что нападающие забили. Ну, нападающие там первоклассные, чего говорить. Вот я тебе говорю, что атаку Спартака, я весь сезон говорю, с атакой Спартака все нормально. У Спартака проблемы забили. Ну, мы посмотрим, что сейчас. Ну, хотя, видишь, пока нападение выручает. Да, кстати говоря, вот все, меня не отпустила тема, но тем не менее, кое-кто сказал о том, что чемпионами становится, кто выигрывает у команд, которые находятся в нижней части турнира. Я считаю, что ЦСКА... А теперь... Внимание! Внимание, моя любимая статистика. Моя любимая статистика. Как сыграл ЦСКА с командами, которые находятся с 16 по 12 место? Ужасно. Енисей 1-1, Уфа 2-2, Динамо 0-0, Крылья Советов 0-0. Правильно, я с тобой полностью согласен. И поэтому я считаю, что ЦСКА вот в этом конкретном матче потерял всяческую надежду На чемпионство. А теперь еще немного статистики. Как сыграл ЦСКА с командами, которые находятся в первой пятерке? Давай. Ростову 0-1 попал. Спартаку 1-1. Краснодару 1-2. Лока 0-1. Я тебе говорю, что тогда чемпионство... Тогда у кого ЦСКА выигрывает? Я тебя удивляюсь, да, как он... А идем на что ты произошло к ЦСКА? В нижнем ничья. Он середину осваивает таблицу. Да, середину осваивает, точно. Рубин обыграли. Рубин обыграли и прочее там. А, середины нормально, да, получается? Урал обыграли два раза. Знаешь, Олег, твоя статистика выдает, что в этом году ЦСКА совсем новая команда. Потому что такое поражение, ну, потому что ничья как поражение. Это да. Это не армейский почерк. Отдавать матчи в концовку. Ну да, да, не армейский почерк. И вот, не брать очки еще... с аутсайдерами. Да, и брать. Я представляю, что бы сделал Газаев с командой, да, после такого Да матча. Не было такого. Газаев бы уже выскочил на поле, бы уже разорвал бы всех, бы они бегали. Бы прямо уже вся команда вокруг МКАДа 8 раз. Кровь бегала, да. Пробежала бы. Спартак молодец, справился с поставленной задачей и еще ближе, да, подходит к призовой тройке и, как минимум, к лигочемпионскому месту. Переходим к следующему матчу. Это московское дерби. Мы много в прошлой передаче говорили об этой игре. Динамо-Локомотив 0-1. Сергей, Динамо? Я уже говорил, что уровень игроков, на мой взгляд, которые представлены в «Динамо», они не способны выполнить задачу руководства, по крайней мере, которое стояло перед началом сезона, выйти, да, выйти в Европу. Хохлов об этом говорит. Согласен, тренер-то, что да. не дали... Потери необоснованные, нету какой-то вот изюминки в самих игровых действиях. А что я тебе ответил на этот вопрос? Я же тебе сказал, Олег, смотри, мы играли с третьей командой, да, тогда на третьем шел «Локомотив», да. Когда мы играли. С третьей командой чемпионата мы были на 12-м, да? И что, мы сыграли не на равных? Мы даже лучше сыграли, я считаю, даже «Локомотив». Нет, «Локомотив» в этой игре был абсолютно бездарен. Точно не заслужил выигрыш. Точно, абсолютно. А? Точно не заслужил выигрыш «Локомотив». Да, абсолютно. Это ничейная игра. Да, я когда смотрел, думаю, если, не дай бог, да, ты мне написал, ты прям как в воду глядел. Если на, пенальти не поставят, да? Наплачетесь. И тут пенальти, этот, понимаешь? А я-то думал, сейчас вот либо «Динамо» забьет, либо «Локомотив», ну, думаю, 1-0 в одну сторону, в другую. Либо ничья будет. Вот больше я не видел продолжения этого матча. Результата, конечно. Да, результат либо другого. «Динамо» забьет, «Локомотив», а тут, понимаешь, вот самое обидное, Олег, вот с таких пенальти пропускать, я не знаю. Ну, левый пенальти. Вы нет, признали, левый. Что он вроде бы был пенальти. Я пересмотрел, я не видел. Из-за чего? Я не видел. Парень там, то ли он это задел, где Грулев трогал этого игрока, не понятно. Ну, молодец этот сыграл, не Сеник, как его, упал-то, который «Локомотив». Игнатьев. Игнатьев, да. Молодец, сыграл хорошо, но... Не, просто говорю, что, наверное, вот как раз вот с «Динамо» в этом матче с «Локомотивом», да, вот как раз и требуется подключение вот системы видео...
ну, повтора, да, да, который может все-таки определить. Второй вопрос, почему? Потому что ты видел сколько моментов. Да, у того же Маркова, я не знаю, 4 или 5 голевых моментов просто за матч. И человек не забивает совсем. В предыдущих матчах, а Динамо, кстати, это третье поражение. Хотя мы подряд. Третье подряд, и мы остаемся на том же 12 месте, третий тур подряд. И в каждом матче он либо в штанге, перекладины, мимо, понимаешь, у него моменты создаются, то есть получается и выбрать-то не с кого. У нас... А может быть не надо ставить Маркова, а ставить одного Луценко? Луценко, да, и Панченко под него как-то. Да, выпускать. Потому что Луценко, он более в этом Хохлову плане... Хохлову и на пресс-конференции тоже задали те же вопросы, правильно. А вы не хотите там как-то изменить что-то, выпустить из дубля кого-то? А там есть, там мальчик есть в дубле, но он 1.68 м. Ну, хотя он технично забивает. Он на сборах, я ему говорю, это Лацевич забил 4 мяча. Он подпускал его. Ну, как-то, мне кажется, в шоке каком-то и сам Хохлов. Какая-то вот ситуация. Вот это я написал без времени, понимаешь? В «Динамо» сейчас происходит передача акций, передача дел там с финансами, передача финансов. Понимаешь, все это затеяли именно... А правда говорят, что 3 месяца игроки зарплаты не получают? Там, понимаешь, какая ситуация, Олег? ВТБ 60%, на 60% содержал клуб, 40% они от спонсоров других, там вот эти рекламные там, дела все. А сейчас получилось что? Когда генералитет попросил 50 дней на передачу дел, ВТБ согласились. И в эти 50 дней они взяли, все ушли в отпуск, понимаешь? И получается, ВТБ не может... Хороший отпуск, 50 дней. Ну, месяц, может, они ушли, но сейчас и ВТБ ничего не сможет делать. Они сейчас, я вот последнюю новость сегодня смотрел, там, у динамовцев, они говорят, ну, в середине апреля где-то. Апреля, да. Они уже заберут полностью свои руки, и все будет погашено, все будет это. Потому что это не из-за того, что там нет денег, либо что... Вот именно вот такие вот... А ты видел, друг другу ставят. А ты видел, ну, что сейчас быть, да. На поле творится, да? Не, ну они сняли газон, да. Здесь газон, вот сейчас фотография была. Не, ну они все правильно сделали, Жень, вспомни. Ну, нет, стадион согласен, Петровском, помнишь, они сколько раз снимали газон? Они выйдут, у них, помнишь, смотки летели. Решили так, сказали, пришли в ВТБ, кстати, молодцы. То есть это уже другая компания, которая вот действительно будет заниматься «Динамо». Пора уже спонсором не только «Динамо», но и нашей программы ВТБ. Да, уже. Они говорят, да, что... Да, ты уже только раз произнес. Уже пора карточки нам раздать. Они сказали, что лучше поменять, да. И вот сегодня пришла информация, что будет суперкубок 6 июля там сыгран, но динамовцы против, что... Против. Не, ну они не против. Болельщики против. Они нет. Они говорят, если до 6 июля хотя бы товарищеский матч не проведут с «Динамо», а с кем-нибудь там... Ну, с кем-нибудь, с приглашенных. С приглашенной командой, да, просто для открытия стадиона, да, тогда... Ради бога. Если нет, то будут, конечно, акции какие-то, протесты. Удивительно. Согласен. Идея, друзья мои, ну, давайте мы посмотрели, да, ну хочется отметить, помимо этих игр, которые мы обсудили, победу Краснодара со счетом 5-0. Ну, там Краснодар подтвердил, что забивает больше всех в чемпионате. Сейчас у них уже под 40 забитых мячей. Ближе только «Зенит», и нам то там играть Санжей в следующий тур. Да, кстати. Прилично, причем на выезде. На выезде, да. Вот. Ну и, как я уже сказал, «Зенит-Оренбург» 3-1. Были проблемы у «Зенита», но я по-прежнему не исключаю, а может быть даже в какой-то степени повторяюсь, что, скорее всего, «Зенит» в этом году станет чемпионом. Как я и говорил, после второго тура, а некоторые из вас... Хотя тоже, Олег, да, извините, до 81-й минуты счет был 1-0. Ой, 1-1. Я знаю матч, где до 87-й минуты было 2-0. Я тебе говорю, что я знаю, тоже не все было ясно в этом матче, понимаешь? Тоже молодцы, держали в напряжении. И вот потеряв вот эти 5 очков, мы... Давайте посмотрим турнирную таблицу после 21-го тура. В верхней части произошли изменения только что касается первой пятерки. «Зенит» по-прежнему на первом месте, 6 очков «Локомотиву» до «Зенита». «Краснодар», «ЦСКА», «Спартак» находятся, что называется, совсем абсолютно рядышком. Дальше «Ростов» и «Арсенал» и «Рубин» замыкают первую восьмерку. Ну и внизу турнирной таблицы. Да, «Динамо» на 12-м месте, 23 очка. Ну и последняя тройка. Мы видим, что «Анжи», «Уфа» и «Енисей». На мой взгляд, именно эти три команды будут бороться, кто шагнет не сразу, что называется. А теперь вопрос любителю статистики. Пожалуйста. Вот с последней восьмерки чем «Динамо» выделяется среди команд всех? 8, даже 9 можно даже. Только сказать. Но то, что у вас разница забитых и пропущенных, минус 1. Плюс 1. Ой, плюс 1. Плюс 1, да. Тем более, плюс только у первых 7 команд. Да.
До Арсенала. Вот первый, да, с первых, да, по Арсеналу. Да. Там 19-18, есть, по-моему, если мне память не изменяет. Ну, нет, я тебе про плюс говорю. 19-18, по-моему, да? Или сколько? Нет? У кого? У Динамо. 19-18? 18-17. Ну, наверное. 18-17. А, нету, все, хорошо. 18-17. Вот, поэтому борьба напряженная будет и внизу, и вверху. Ну, интересный чемпионат. Интересный. Олег, согласись, да. Тут не могу не согласиться, что интересный чемпионат. Друзья мои, не так много времени остается, а еще хотелось бы поговорить о следующем туре, учитывая, что составители календаря сделали такой определенный подарок, что ли. У нас в 22-м туре будет сразу два центральных матча. Какие? Давайте посмотрим, что называется, на экраны и поймем. Первый матч. Оренбург-Крылья Советов. Это отложенный матч 16-го тура. Если помните, они сыграют, если мне память не изменяет, по-моему, в среду или в четверг. Они сыграют. Ну и дальше. Анжи-Динамо. Динамо на выезде. Если Динамо не набирает в этой встрече очков, то совсем-совсем плохо. Да. Краснодар, Крылья Советов. Интересный матч. Краснодар дома. Огневой. Крылья Советов сейчас тоже неплохо играют. Надо сказать. Миодрак Божевич все для этого делает. Дерби всея Руси. Спартак, ЦСКА. Уфа, Ростов решают свои задачи, как и Урал, Енисей. Ну, Енисей, скорее всего покинет, да, в нашу премьер-лигу. Рубин, Арсенал делят 7-8 место и, скорее всего, и будут разыгрывать именно эти места. Локомотив, Зенит. Да. Команда, которая находится на первом-втором месте, да, соответственно, Локомотив чемпион. Зенит сейчас претендует на чемпионство, тоже игра будет достаточно интересная. И Оренбург, Ахмат, посмотрим, как в этой встрече у нас Олег, будут а ты не знаешь, проходить. Кто будет судить матч Локомотив-Зенит? Нет. Не Яськов? Нет? Не знаю. Честно скажу. Ну, хотя Локомотив побеждал в последних двух матчах только за счет пенальти. Юрий Павлович сказал, говорит, да пускай 1-0 будет еще последующие 9 матчей. Мы согласны, да? Итак, Иван, Спартак, ЦСКА. Что ты ждешь от этого матча? Что мы ждем от этого матча? Потому что, честно говоря, последние матчи Спартака с ЦСКА не вызывали у меня положительных эмоций, по крайней мере, в плане игры. Зрелищности. Зрелищности. Тут все возможно, но, наверное, я тут скажу, что чья оборона сыграет лучше. Да. Здесь будет тут все зависеть действительно от обороны. И нападение, и центр сейчас у обоих команд хороший. Все будет зависеть от ошибок обороны. Так. Если никто не допустит, что, скорее всего, я думаю, либо это что-то 1-1, либо выигрыш кого-то с разницей мяч, там 2-1. Думаю, игра будет веселая. Думаю, будет счет либо 2-2, такой что-нибудь это. Голов будет больше двух забито, и каждая команда забьет больше двух мячей. Давайте узнаем, Евгений. А Евгений что-то так грызет палец. Ну а что тут рассуждать? Болельщики Спартака, с кем я успел пообщаться, говорят, 2-1, Спартак победит. Без вопросов. Пускай так думают. Победит, конечно же, ЦСКА. Это видно, потому что они уже разозлились, и я видел их по трибунам помещения. После дал наставление некоторым товарищам, включая Федора Чалова, Дивееву, я сказал, когда он мне подписывал там программку, я сказал, говорю, Игорь, надо, говорю, реабилитироваться со Спартаком. Он сказал, обязательно. И такой голос, и прям вот мужская решимость такая. Я что, я думаю, Игорю я сказал. А и также с Федором. И сказал, что не стал говорить ничего об этом матче, но пожелал удачи Федору Чалову в матче. Он сказал, будем стараться. А сколько мячей Чалов забил Спартаку? Я не могу сказать. Я могу сказать, сколько для статистики, сколько Федор Чалов забил на стадионе ЦСКА мячей. Для статистики это будет 18 мячей он забил на стадионе ЦСКА. Ну, за весь период. За весь период, да. И 11, соответственно, в чемпионате. Скажи, сколько он Спартаку забил? Ни одного. Ну, значит, надо пора уже забивать, и не один, а может быть, хоть трик сделать, чтобы бейсболки полетели на поле. Замахнулся-то на Уильяме. Но все-таки игрок сборной России или мы о чем? Знаешь, мы с Женей тут читали, ехали домой с неудачного матча в воскресенье, считали, что нужно ЦСКА, чтобы занять место в Лиге чемпионов. И оказалось, что у нас 4 матча с прямыми конкурентами и все матчи на выезде.
И все у ЦСКА самый сложный календарь в оставшихся 9 матчах. Да. А мы решили, что из этих 4 матчей с Краснодаром, Зенитом, Локомотивом и Спартаком нам нужно как минимум 3 победы, чтобы были шансы на второе место. Да. Ну что ж, ты немножко опередил события. Давайте посмотрим, кому же, с какими командами предстоит встретиться именно тем, кто претендует на самые высокие места в нашем чемпионате. Итак, «Зенит» у нас будет играть. Локомотив, Анжи, Краснодар, Динамо, Крылья Советов, Ахмат, ЦСКА, Ростов и Енисей. Если посмотреть, да, Локомотив, Краснодар, ЦСКА. Да, прошу вернуть, да, обратно, мы не успели проговорить именно про Зенит. Смотрите, Локомотив у нас на выезде, Краснодар на выезде, ЦСКА. Ну, дома. По крайней мере, 3 матча. Ростов. Дома они Ростов, я не думаю, что они... Динамо-то первый матч выиграл. Да нет, будет тяжело. Они опять же в Ростове играют. Они единственную игру только с ЦСКА будут играть. Динамо дома они играют. Да, играть дома. Хорошо, давайте посмотрим следующий. Локомотив с кем играет, да, в этой гонке. Опять-таки, Зенит, Ахмат... На выезде, ЦСКА дома, Ростов на выезде, Арсенал на выезде, да, Рубин, Урал и Уфа. Но все-таки полегче. Немножко полегче. Идем дальше. Краснодар. Смотрим, какие матчи остались у нас для Краснодара. Крылья Советов, Динамо, Зенит опять-таки, ЦСКА, Ростов, Енисей, Арсенал и Рубин. Еще меньше лидеров. Получается, у Краснодара только 2 матча топовых, и из них он играет дома. Ну и ЦСКА. Самый сложный, на мой взгляд, прямо через одного. Понимаете, смотри, как матчи распределились. Спартак, Локомотив, Краснодар, Зенит, ну и Ахматка с Крылья Советами. Ну и последний. Главный клиент. Да, ну и последний у нас в этом списке. Спартак не играет ни с кем из первой пятерки. Только ЦСКА. Отлично. Ростов, Енисей, Арсенал, Рубин, Урал, Уфа, Крылья Советов, Оренбург. Вот. О чем это говорит вот или не говорит это? Это говорит, вот как раз, говорит, мы сейчас посмотрим, как сыграют вот именно первые 4 команды. Друг с другом. Они как раз будут пересекаться практически каждый. Посмотрим, как Спартак сыграет. Действительно, у Спартака сейчас по факту хорошие шансы на то, чтобы минимум в Лигу чемпионов войти со второго места. А можно совершенно спокойно и стать чемпионом. Ну что ж, хорошие, как говорится, благие намерения у Спартака и фантазии у их болельщиков. Смотрите, Илья, да, мы начали об этом говорить. Про календарь. Про календарь, да, который предстоит. А ведь ЦСКА, если вспомнить мою статистику, которую я говорил, проиграл. Тревожно. Тревожно. Играет он все-таки лучше с лидерами. По игре. ЦСКА, я думаю, что идет где-то в чемпионате, может быть, вместе на втором. После Краснодара мы можем сказать, что мы поинтереснее играем «Зенита» даже. Да. Но вот результаты, я говорю, что вот действительно молодая команда не может тут ровно идти. Но я думаю, что... Вот скажи, мы вот, разговор, если мы начали этот разговор в августе месяце, и мы говорили бы, что осенью мы будем, весной мы будем говорить о том, что как жаль, что ЦСКА не удержался на втором месте, да? Мы бы рассмеялись бы, наверное, сказали, что на ЦСКА бы место это в десятке, правда. Там это в десятке. Правда. А сейчас мы требуем от команды что-то вон исходящее вон. Сереж, по Динамо. Динамо встречаться с Зенитом. Динамо встречаться с Краснодаром. Динамо встречаться с ЦСКА. 3, по крайней мере, команды, да, из первой пятерки. Ты знаешь, что парадокс в чем, что Динамо тут именно сильными командами хорошо играет. Я знаю. Все матчи, да, мы помним. Возьми. Сережник, если мы помним. Если бы у меня осечки с Локомотивом вот такие, да, то, в принципе, Динамо-то, как раньше давали, помнишь, приз гораздо авторитетов, то, в принципе, сыграет. Вот у нас проблема с аутсайдером, действительно. Мы же проиграли и Енисею дома, и Анжи дома проиграли. Вот у нас с этим тоже проблемы, как Женя говорит, как ЦСКА тоже. Так что я не знаю. Динамо, думаю, будет и даст любому сопернику. Даже вот последний матч показал с Локомотивом. Я тебе говорю, сыграли мне. Игра-то понравилась, игра-то хорошая, на равных играли. То есть ты же сам говорил, что по составу мы уступаем, но по игре-то мы не уступили.
Согласен. Илья, вернемся к матчу Спартак-ЦСКА. На твой взгляд, что будет решающим, определяющим в этом матче? Стратегия тренера, которую выберет? Вторым, как говорится, планом играть бей-беги, либо какие-то тактические схемы применять и так далее. Что, на твой взгляд, выйдет первым в этом противостоянии? Ты знаешь, вот уже много комментариев после Уфы прочитал о том, что ЦСКА будет злее перед дерби, что это будет некоторым преимуществом, по мнению многих болельщиков. Но, на мой взгляд, наоборот, вот эта ничья будет только фактором, который будет не в пользу ЦСКА играть. Потому что ЦСКА имеет тенденцию побежать и спасать команду, знаешь. Нервозно, попытаться бояться, захотеть реабилитироваться. Мы смотрим этот календарь и видим, что фактически Спартак может себе позволить ничью. Армейцы... Нет. Нет, это должна быть победа, но как ее завоевать? С крупным счетом. Огромно... Конечно. Но как ее завоевать на открытии арены, очень сложно. Что делать Гончаренко? Как он настроит этих ребят, которые вот так вот в развальном состоянии, в отвратительном настроении перед дерби? Но дерби всегда непредсказуем. Можно располагать одним, а получается все по-другому. Да. И вот Серега сказал, что, может быть, это дерби будет более веселое, чем прошлое. Может быть, так оно и будет, потому что кажется, что оно будет такое сухое и такое вот аккуратное. Оно но мне почему-то... Будет. Вот почему-то нет, хочется поверить, я беру, хочется огонь. Я беру последние игры и ЦСКА, да. И Спартака. Вот там действительно... Вот, нету ничего. Пора, пора. Атакующий... Я говорю, как мы за это... Мы, помню последний матч, когда мы играли на в Лужниках. Как мы с болельщиками... Два-два. Да, когда 2-2 забил пенальти. Как мы друг другу прям вот... Вроде бы культурные и вежливые люди, уважаемые актеры, публика. Да. Но мы сцепились прям вот... Вот это был страсть была на поле. Ну, и потом как-то надеяться. Все... На нет. И кажется, согласен. Дай бог, что будет какой-то дерби, вот, действительно, чтобы стадион развалился. В хорошем смысле этого слова. То есть ты за 3-3. Где? Открыть арену. Кстати говоря, по поводу 3-3. Да, естественно, конечно, да. Шикарный матч. А я помню, почему-то, когда я сегодня выходил, пересматривал, я помню матч 0-1, когда Баженов попал в Березуцкого, и от него мяч... Да, а Акинфеев промахнулся мимо, не стал брать в руки. Тоже был хороший матч. Кто не помнит, они такие веселые, конечно. Забитый Янчиком, кто же не помнит. Да. Естественно, Баженовым. Да, да. Все мы их можем помнят. Вот это. Да. Да. Скажи, пожалуйста, Кононов и Гончаренко. Ну, достаточно молодые специалисты. У кого из них все-таки побольше опыта в таких матчах? Не, ну, конечно, тут у Кононова, но... Почему-то я говорю, мне кажется, что вот в этой игре я вспомнил... Вот два этот белорусских же, правильно? Да. Белорусское дерби. Отличную фразу вспомнил. Дисциплина бьет мастерство. Вот кто дисциплинированнее подойдет к этому матчу, отыграет вот от и до, скорее всего, и выиграет. По тренерской установке. Да, Может быть, даже она и неправильная будет. Но вот именно соберется... И вот как только они будут играть по тренерским установкам, мы увидим скучнейший матч. Потому что актер... И футболист, музыкант, они должны немножко вот. А теперь, играть. Да? И теперь напоследок вопрос, у нас остается не так много времени. А что наш герой Игорь Акинфеев покажет в этом матче? Учитывая, что в последних он далеко не блещет. Я думаю, он отстоит на ноль. А лучше бы он отыграл. Вот. Потому что все последние матчи он действительно отстаивал в воротах, но не играл. Вот, поэтому он и... Потому что все последние матчи Игорь Акинфеев нужен был для того, чтобы разыгрывать мяч, когда он за угловые там уходил за... Хорошо, вот в этом матче мы и должны увидеть, что из себя представляет вратарь ЦСКА. Я за Женю, потому что он сказал, что он хочет, чтобы развалился стадион. Не, ну в том плане от атмосферы. Что? Конечно, конечно. Я понял, ну и одна минута у нас остается буквально. Локомотив-Зенит, понятно, что для каждого из соперников, ну может быть кроме Динамо пока, и для Спартака, и для ЦСКА, потеря очков и той, и другой команды, наверное, будет самый лучший результат. Так согласны? Все за ничью, да. Поэтому все за ничью, да. Ну что ж. В следующий вторник в 20:20 мы встречаемся на телеканале «Видное ТВ», и у нас действительно, реально будет о чем поговорить, учитывая, что уже в среду у нас будут матчи, первые матчи полуфинала Кубка России, Ростов, «Локомотив» играет, «Арсенал» играет, «Урал» играет. Все это во вторник будем вместе обсуждать, ну и, естественно, супердерби «Спартак», «ЦСКА». Ну а пока болеем за своих. Пока. Пока. До свидания. Доброго.